В Лесногородской школе в рамках 8-го этапа патриотической эстафеты памяти прошла торжественная передача символов победы в Великой Отечественной войне. Территориальному управлению Никольской их передали ученики Лесногородской школы. В прошлом году мы также передавали символы, и я нес знамя, и, соответственно, в этом году нас также выбрали. Мы долго репетировали и оттачивали. Переданные символы будут находиться в Никольском в течение недели. В каждом поселении они вывозятся в школы, вывозятся в детские сады, то есть их показывают, что это наша символика, наши символы победы. И даже дети, то есть имеют возможность, маленькие дети, увидеть это и посмотреть, и потрогать даже своими руками. В зрительном зале дети и почетные гости. На сцене творческие коллективы из лесного городка. Проект, инициированный главой округа Андреем Ивановым, проходит уже 8-й год и каждый раз посвящен разным городам-героям. Сейчас – Туле. Героизм ее жителей стал неотъемлемой частью грядущей победы в Великой Отечественной войне. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».